кушали, потому что у вас десна болели. И вы, оказывается, там в Нерюнгри жили, у нас в Якутии. В Нерюнгри, жил в Нерюнгри. А, жил и работали там? Да. А так я сама с города Якутска. Вы с Якутска? Ну, а я на юге, вот, Якутии был, в Нерюнгри. Жил. Ну, у нас холодно, конечно, зимой. Ну, морозы под 50. Сейчас картошку выкапываем, морковку, свеклу, которую я сама высаживала. Я сама на даче живу. Спроси. А тут у нас в данное время плюсовой градус. А вы... Сейчас тепло. Вы в Господа Иисуса Христа-то верите? Я верю, поэтому я же подписанный вот Чулаткину-то. На канале его. Я подписалась ему. Что я верю в Бога. Так как я сама якутка, у нас, вот я как, обычно как, только все равно Бога верю. Потому что Бог у нас есть на небе. Верю. В какого Бога? В какого Бога вы верите? В Якутии какой Бог? Ну, язычники во Христа не верят, они в другого Бога верят. В какого вы-то верите? Я верю в Иисуса Христа. Да ну, и... Ну, значит, не язычница. Значит, вы христианка. Вы были язычницей, наверное, и уверовали? Нет, извините, пожалуйста. Я вообще не христианка, ни что. Просто я сама верю в мысли мире. А вы говорите, что вы язычница. В какого Бога вы верите? Язычники... Просто... У них же много богов. Иисус Христос. А нет, не знаю, Евангелия, если где-то, где в Якутске христианские, вот у нас вот эти храмы есть. А я вот где христиане, и вот я там хожу иногда. А надо же Библию изучать надо. Слово Божие. Слово Божие. Скажи, не продают же. Вот как вы это продаете вот эти или отдаете вот эти вот книги. У нас нету такого, как у вас, который вот Игнатий Лапкин вот создал. Нету такого у нас, вообще не продается же. Вы можете заказать, мы пришлем. Ну вот. У нас тогда получается через почту, да? Или как? Ну вы, коли интернетом-то пользуетесь, можете выйти на Игнатия Тихоновича, написать свой адрес и телефон, прислать деньги, мы вам вышлем Евангелие, Новый Завет, и будете читать, познавать. Я вот хочу поговорить только с ним тоже могу, вот, потому что он такой уважаемый человек, как человек и как мыслящий, он мне очень... Я вот так его уважаю, так. Поэтому я тоже хочу с ним поговорить. Сегодня я услышала ваш голос, Сергей, и вот этого Василия, и мне стало так приятно на душе. Я-то вообще-то не думала, что такое вот реально может быть. Что Якутска можно через его звонить на сотовый. И если летом я могу, ну, если вот отпуск возьму и могу на летом вот этот, на лагерь там хочу приехать и посмотреть наяву. Не то, что там в интернете.
Приезжайте с Игнатием Тихоновичем. А у вас скайп есть? Программа такая, скайп. А, нет, к сожалению. А вы установите, попросите кого-нибудь, и можете Игнатию Тихоновичу прям с ним разговаривать бесплатно. Сейчас же вы платите за сотовую связь, а по скайпу там дешевле получается. А вы можете вот это, его вот номер скинуть мне на WhatsApp? Сохраните и его номер скинуть. Игнатия Тихоновича? Позвонила ему. Ну, я вам могу продиктовать, записывайте, ручка под рукой. Вас как звать-то? Я Варвара. Варвара. Угу. Да. Славное имя. Поэтому давайте продиктуйте, да, еще запишу его номер. И потом, когда будет время, я ему позвоню. 8-961. 8-961, ага. 230. 70. 70. 60. 60. А Никита не приехал, да, не звонит? Нет, Никита на Украине, не приехал, не звонит. А, жалко, что он уехал. А как? Володя очень хороший, трудолюбивый человек. Да, он в Потеряевке, они вот сейчас картошку выкопали. Сегодня в Потеряевке престольный праздник. Престольный праздник там. Позвоните, поздравьте Игнатия Тихоновича. Он сейчас как раз время свободное у него. И потом, когда телефон звонит, дети же говорят: телефон! Да. Ну да, вот это очень прикольно было тоже. Поэтому вся Якутия вас смотрит. А про Василия ролики, что вам понравилось? Вы смотрели, как он поет, Василий-то? Ну, нет, какую-то песню запел, я же смотрела, только я забыла, какую песню. Сейчас вот на ваш канал сейчас зайду и посмотрю, что он там поет. А басню, как он читал, «Стрекоза и муравей», смотрели? А про десны, когда я ему в десна смотрел, вам не понравилось, да, когда десна ему рассматривал? Мне его вообще жалко было. Жалко, а мне тоже жалко, он с больными зубами. Ну, может, да у него, не знаю, то ли болят, то ли не болят, его не поймешь. А так, как человек 3 часа можно кушать, я это не поняла. Ну, как они не болят, пеньки остались. Так он же за 20 минут, как с больными зубами, за 20 минут нельзя поесть. Пеньки. Вот трапеза уходит. 10 минут у меня всего на уходит. Потому что мне надо все успевать. Вот. А Васе ничего не надо успевать. Он все уже успел в этой жизни. Вот. Ему никуда спешить не надо. Он все сделал, всего достиг. Вот. Веру сохранил, течение совершил, как апостол Павел пишет. Ну, как хорошо, что это я вам до вас дозвонилась. Ну, вы Вася еще что-нибудь спросите, он тут рядом стоит, что еще интересно? Спросите, где он зимовать будет, спросите. Он тут собрался и третью дачу покупать. Вообще. А там дом-то, у него же дом был-то. Кирпичный дом. Ну да. Где вот он в марте же приехал, от вас тогда. Да. Спросите у него, где он будет зимовать-то. Ну, давайте. Тогда. Но он вот он, спрашивайте, он вот он рядом стоит на громкой связи. Василий. Да, зимовать, а Бог его знает, где придется. Где придется, да. Но... А дом, который у вас же хороший,
Да не, какой там времянка летняя. Да, сестра. Сестра не позволяет с собой жить. Не позволяет с собой жить. Ну, не знаю. Не знаю, такая сестра. А вы что, ей плохое что-нибудь сделали или как? Ну, такой у нее характер. Не любит мужика. Одна привыкла жить. Да, она вот включенный у вас там телевизор, да, у сестры? Ну. Вы же сказали так. Ну, телевизор, конечно, мешает пожилым людям. О, да. Тогда а вы где когда будете зимовать-то? У Сергея, наверное? Да Бог его знает. Не знаю пока где. Не знаю где. Ну, так ясно дело, хорошо. Ну, не получаться у нас как-то. Он меня пережимает постоянно. А я тебя не буду пережимать, если ты слушаться будешь. Что тебя пережимать? Да ты не слушаешься, тебя приходится зажимать. А как-то ты на шею сядешь и будешь ножками болтать. Мне зачем надо тут тоже? Как ураган? Ураган, да слава Богу. Хорошо, ураган. Супер собака, ну да. Да. Она такая милашка, ну да. Да, он Васю полюбил, ураган. Дай Бог здоровья, ну да. Да. А у вас Библии-то нету вообще никакой дома-то? И у вас в Якутии вообще Библии не продаются на русском языке? Вообще нету. Нет, наверное, там что-нибудь евангелисты обычно что-то давали, вот чуть-чуть вот такую вот короткую книжку, как бы. Евангелие, наверное, давали. Ну да. А так я не брала. А вы сами Библию не читали еще ни разу? Я вообще не читала. Ни разу. Просто я сама сердцем верю. А вам сколько лет? Варвара, сколько вам лет? 43. 43? Ну да. Ну вот. Дети уже выросли у меня, слава Богу. Вы одна живете? Нет, муж у меня есть, только я сама работаю. Муж не работает, дома лежит. У нас вот так. Женщины трудятся, мужики лежат. О, Вася заулыбался. Ему бы туда еще второго бы взяли бы себе лежебоку-то. Вам какая разница? Поедешь, Вася, в Якутию, там тепло. Якута загибает, холодно. Шучу, Якута загибает, холодно. А что, муж-то ваш не работает, инвалид или что он? По образованию. Он выше Якутска, вот закончил инженерный техник, и сейчас он просто лежебока. А я вот сама медик. Вот мне жалко уже, вот это, я Анастасию Дрова, я все вот ролик видела. Она же ветеринаром работала, да, оказывается? Ей тоже мужик не работал, есть у нас тоже такие. Ну, а вы в каком городе в Якутии живете? В Якутске, самой Якутск. Сам Якутск, да? Ну, мы до Якутии-то не доехали, мы там не были. Мы до Магадана только, до Мурманска, то есть до Магадана, говорю. Скорее Библию.
Вам надо достать где-то Библию в библиотеке читать, купить. В магазинах должна у вас, вы поищите. Начните читать обязательно. Слово Божье надо знать. Или ему позвоните вот по телефону по этому и закажите, он вам вышлет трехтомник с толкованием. 3000 рублей стоит 3 тома. Да кому же в библиотеке есть? Может, в библиотеке, он Василий спрашивает, есть. Ну, не знаю. Сейчас вот Латкину позвоню, Игнатию Тихоновичу. Или он как мне отправит, или как. Надо спросить только. Да. Обычно там такие же уже вот стояли же это библиотеки, я видела просто про Иисуса Христа. Ну, кто-то там это издал. А так я хочу прочитать вот Игнатия Власкина. Да, его очень хороший. Вот он вот так думает и так про людей обсуждение и это все. Ну, как 100% на душе, как на человека. Поэтому я хочу вот книгу купить у него. Ну, хорошо. Звоните, договаривайтесь, покупайте. И может, он благословит вас приехать. Муж-то ваш отпустит на лето-то? Кто же его кормить-то будет-то? Нет, я сама приеду. Да. А муж-то, а кому-то... если он пригласит, конечно, поеду. Мужа-то на кого оставить или же Бог? Он с голоду-то помрет без вас-то. А, вы ему еды оставите, да? Понятно. Ну, если он пригласит, я с удовольствием перееду. Приезжайте. Нам нужны люди. А вы крещеные, нет? Нет. Я просто сама мысленно верю. Мысленно. Поэтому же на ваш канал подписано и все там смотрим. Адрес запишем, хоть Евангелие пошлем. Приезжайте. А я приеду, вас обниму, и все будет хорошо, Василий. А приезжайте в Потеряевске, креститься будете. Там озеро есть. Да. Озеро есть. Приезжайте на следующий год, читайте Новый Завет и готовьтесь к крещению в веру православную. Хорошо. Ну все. Дай вам Бог, да? Вот да, так, да. С Богом. Все. С Богом. До свидания. До свидания. Адрес-то не спросили послать ей Евангелие. Она...